Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это смартфон Samsung Galaxy Z Flip, и сейчас я вам покажу, как на этом устройстве сделать такую очень практичную достаточно вещь, как включить темную тему. Для этого вам нужно перейти в приложение «Настройки», зайти в пункт «Display», спуститься, ну даже можно не спускаться вниз, а в самом верху вы увидите пункт «Светлый дисплей» и «Темный дисплей». Нажимаете «Темный», и все. Темный режим успешно включен. Вы можете настроить его, чтобы он там включался автоматически по расписанию, а днем работал светлым, ночью темным. Как хотите, можете настроить. Я этот пункт выключил, потому что я все время пользуюсь полным темным дисплеем. Он гораздо меньше садит устройство. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.